Я так тебя люблю. Никакая школа не может быть лучше ее выпускников. Спасибо, что ты не говорун. Спасибо, что, Ромочка, ты действенный практик. Очень горжусь. Аплодисменты ему. года в Харькове работает Международная школа управления. И уже 4-й год подряд мы проводим исследование судеб наших выпускников. Каждый год перед открытой защитой диплома мы проводим глубокое анкетирование людей, которые закончили эту школу. И на сегодняшний день 77% выпускников знают, внедряют и живут концепцией живой компании. Это очень большой показатель. 100% опрошенных выпускников в этом году называют себя счастливыми людьми. Они создают крепкие семьи, внедряя в семьи вот эту систему управления. А семья – это фундамент всего. 100% выпускников говорят о том, что они осознанно совершают поступки, что они системно мыслят и несут огромную социальную ответственность за результаты своего труда. 100% выпускников отмечают, что благодаря системе живой компании наладились взаимоотношения с сотрудниками, образовались команды, атмосфера в коллективе улучшилась. И люди перестали терять, а это значит, у 100% выпускников в годы кризиса Украины не просто повысился товарооборот, а значительно повысилась рентабельность, а это чистая прибыль компании. Бесспорно, вы можете видеть, что есть и более низкие показатели.